А это еще кто, черт побери? Ты поручил мне найти героя, чтобы выиграть войну. И это... он. Твой герой. Он самый. Я вижу по твоим глазам, что ты закаленный в боях воин. Ты так много потерял. Как много боли скрывает твой взгляд. И как много надежды. Нам нужны такие, как ты. Но! Ты умеешь вести войны. Да я жив только благодаря ему. Я видел, как он уничтожил орду орков в пустыне Отчаяния. Почему это ты отвечаешь вместо героя? Если я кому и доверю жизни моих подданных, то точно не первому встречному. И рассказывать о себе он должен сам, лично мне, самостоятельно. Ты прав. Я передаю командование Объединенной Армии Рейфа под твой контроль. С этого момента. Прошу, подойди к столу. Как ты видишь, мы уступаем числом на всех направлениях. Калабор не прислал подкрепление. Алдеркип решил окопаться на собственных границах и лишил нас своей помощи. Мы один на один. И что же ты предлагаешь? Что значит нападать? Орков в 5 раз больше. Ха-ха, во имя света! А этот план может и сработать. А что делать в случае контратаки? Я никогда раньше не слышал о такой тактике. Теперь я вижу жизни моих людей в надежных руках. Мне бы это и в голову не пришло. Ты избранный герой. Вперед! Начнем наступление! О боже, как он сексуален. Черт возьми, ты прав.